Если у нас начнут это захоранивать, то Кировская область дословно станет могилой. Сегодня больше сотни кировчан вышли на митинг в сквере Степана Халтурина. Поводом стало строительство Мрадыкова предприятия по переработке отходов первого и второго класса опасности. Кировчане вооружились транспарантами, плакатами с призывами не дать построиться к 2023 году в Мрадыково производственно-технический комплекс. Туда планируется свозить химическое оружие с разных городов, а затем и утилизировать его. Предполагается, что за один год будет перерабатываться по 50 тысяч тонн опасных отходов. Жители города бьют тревогу. Многие уверены, что в области из-за переработки опасных отходов может настать экологическая катастрофа, ведь в воздух будут выбрасываться опасные для здоровья вещества. Это же ненормально, если у нас начнут это захоранивать, то, ну, считайте, что Кировская область – это могила. Надо уезжать, если это тут делают. Там уже и так заражение большое, и поэтому добавление как бы приведет к еще большему распространению. Там и так уже это подземное озеро гигантское, а там еще и добавят ядерных отходов и туда-сюда. Там выбросы, они, вот если с точки зрения экологии, отходы второго класса безопасности по СНИПам, по ГОСТам, они после полного устранения вот этих последствий, выбросов, уничтожения их веществ, которые по природу попали, 30 лет, то есть минимум 30 лет. Если первый класс попадет, то там по ГОСТам, по СНИПам вообще невосстановима природа. Напомним, что документ на разрешение строительства Мрадыкова предприятия по переработке химоружия подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Кировчане, в свою очередь, подписывают петицию против возведения там завода. Сегодня документ подписали и митингующие. Пока что петиция собрала почти 50 тысяч подписей.